родами. Роданки, это удивляет людей. И острота, которая не слабых, слабых никак. Hari ini kita mau keliling resto yang sangat istimewa dan salah satu di kota kita yang kita bisa coba masakan Asia yang tetap enak dan bagus dan berkualitas. Nah di sini kita lihat sesuatu istimewa. Ayo lihat lebih dekat. Yang sudah bisa baca bahasa Rusia bisa ngerti kalau tulisannya rendang. Indonesia. Kita masuk ke dalam. Ayo kita masuk ke dalam ya. Keren kali kalau. Dan ayo kita lihat ada juga menu. Yang perhatikan bisa lihat ada gambar rendang Indonesia di sini juga. Banyak pilihan makanan Asia, Jepang, Vietnam, dan juga ada kesukaan saya, masakan Padang yang rendang ya. Ada sebenarnya cerita kecil tentang rendang di restoran ini, yaitu adalah chef yang kerja di sini adalah teman kita dan dia pernah bilang saya suka di Indonesia masak makanannya enak sekali dan dia bilang di restoran ini mereka mau juga orang belajar masak lebih pedas dan sesuatu istimewa dan kita bilang benar yang paling istimewa adalah rendang karena pernah masakan ini jadi nomor satu di rating internasional dan jadi terkenal karena sekarang saya ada tamu di sini yang chef power di restoran chef di restoran Umami namanya Leonardo. Tepuk tangan semuanya. Kenapa orang ini istimewa? Karena dia orang pertama di negara kita yang masak rendang dan ajarin semua orang Rusia makan sesuatu yang pedas. Pedas. Jadi yang harus terima. No. Спасибо большое за время. Мы хотели, самое главное, тебя спросить, почему ты решил стать шефом именно азиатской кухни? Очень, да, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Шефом азиатской кухни решил стать, потому что очень яркая кухня, яркая по цветам, яркая по вкусам, местами острая, местами... Какая бы ни была, она очень яркая по вкусу, очень интересная и все-таки такая, наверное, неизведанная, неизвестная, поэтому вызывает еще дополнительный интерес. Вот, поэтому хотелось все это изучить, хотелось все это пропустить через себя, показать гостям, показать жителям нашей страны, как это может быть на вид, как это может быть на вкус. Хотелось дарить радость людям нашей страны в виде кухни. Ну, потому что, наверное, в других интерпретациях это меньше получалось дарить радость. И поэтому азиатская кухня, поэтому Умами, вот, поэтому мы здесь готовим, стараемся. Здорово, спасибо. То, что чувствуется, что популярность набирает азиатская кухня, потому что мы видим ресторан Умами всегда полно людей, рабочее время, выходной, и всегда очень здорово.
Расскажи, пожалуйста, про рендан. Насколько я знаю, это единственный ресторан, где можно попробовать уникальное индонезийское блюдо. А тебе самому как оно? Когда ты его попробовал? Почему именно к нему пришел? Мы приготовили его с одним нашим другом, индонезийцем. Проработали это блюдо. У нас еще есть еще заморочки различные по суммам там и так далее. Вот эту работу мы все проделали. Но самое первое, самое важное работа была, это то, что мы в принципе познакомились с индонезийцем, с нашим другом. Можно ли называть его имя? Я не знаю. Вот, это Андре. Пришел к нам на кухню и проделали работу по приготовлению всего. Потому что я знаю, что это блюдо известно во многих странах. Да. Вот. Это в Америке огромная известность у этого блюда, насколько я читал и смотрел, и в ряде других стран тоже. А в России это блюдо, к моему сожалению, не так известно. Вот. Мне на вкус оно очень понравилось. Я люблю острое, люблю плотные такие вкусы, яркие. Мне понравилось очень блюдо, когда мы его приготовили с Андре и приняли решение поместить его в меню. А как наши россияне реагируют на это блюдо? Легко ли дается им вот эта насыщенность вкусом в одном блюде? Это, безусловно, интересно для наших гостей, для жителей нашей страны. Но поначалу достаточно тяжело. Мне еще раз повторюсь, мне очень понравилось именно поэтому. Я не ставлю в меню блюда, которые мне не нравятся. Это точно. Да, и я хотел показать гостям, жителям нашей страны, это блюдо. Опять же, просмотрев много материалов различных о России, о ресторанах России, азиатских ресторанах России, я не нашел заведений, которые подают это блюдо. Это мне вдвойне стало интересно. Поместил его в меню своего заведения, и поначалу, конечно, было тяжеловато, потому что это блюдо неизвестно ни по названию, ни по своей истории. Достаточно было тяжело, но довольно быстро оно вышло, приобрело своих, так скажем, фанатов. Вот. И сейчас этих фанатов все больше и больше. Опять же говорю, что мало где его готовят, поэтому широкой известности среди города, насколько среди страны. Я знаю, его нигде не готовят больше. Да. Вот, но сейчас пользуется большой популярностью. Плотный, хороший, насыщенный вкус и, в принципе, мясо для нашего потребителя, оно понятно. Вот. Единственное, что вкус плотный, не, как правильно сказать, неожиданный. Вот. Плюс сильная острота. Любят и плотные, интересные вкусы, любят как-то удивить свои рецепторы вкусовые и любят сильную остроту. Это здорово, что, несмотря на то, что азиатская кухня уже достаточно давно присутствует у нас, ресторанов азиатских много, и кажется, что вроде бы уже удивить человека нечем, а тут появляется рандам. И удивляет людей. Безусловно, удивляет людей. Даже сейчас уже, когда кухня азиатской все больше и больше становится, и удивить еще сложнее и сложнее. И острота, которая слабых никак. При том, что российский вариант рандан для индонезийцев считается не очень острым. Они едят его еще острее, то есть они добавляют еще больше чили, потому что они прямо наслаждаются вот этим вот горением, вот здесь просто все должно гореть, тогда вкусно. Но на самом деле мы от лица всего Урфала хотим сказать вообще всей Индонезии, Леонардо, тебе огромное спасибо, потому что ты как амбассадор вкуса Индонезии являешься в России, в Санкт-Петербурге. Ты готовишь очень вкусно, очень качественно. Нанти кидачо брендан, не? И мы хотели последний вопрос спросить. Был ли ты когда-то в Индонезии? К своему стыду еще не был. В ряде стран побывал, и соответственно, из кухни этих стран работаю. Это интересно и в контексте путешествий, и в контексте получения нового вкуса. И Индонезия на определенном этапе есть в числе первых в списке путешествий, в списке тех стран, которые я хочу посетить. Вот, тем более уже с рядом с Индонезией знакомы, и с рендан
Таиландом уже достаточно давно, поэтому обязательно нужно, потому что нужно попробовать там, да, как да, это готовится, да, относительно. Да. Да. Да и много других блюд новых тоже попробовать открыть. Да. Вы слышали? Обязательно побывает, так что Индонезия, ждите, Леонардо обязательно к вам приедет и обязательно попробует много вкусных-вкусных, потому что Индонезия огромная, это 17 тысяч островов, это 400 национальностей, это 700 языков, это бесконечные вкусы, блюда, это очень классно и очень здорово. Так что Индонезия будет тебя ждать. И большое тебе спасибо за то, что спасибо. Ты такое творишь и готовишь очень вкусно для... Нравится. Классно. Dan sekarang kita mau pesan rendangnya di Umami. Dan kita bisa lihat di menu tulisannya rendang dari Indonesia. Harganya 550 rubel itu lumayan mahal ya kalau dibandingkan sama Indonesia, karena di sini rempah-rempah itu diimpor dari jauh dan dagingnya dipilih yang sangat bagus dan juga restoran levelnya udah agak besar. Dan juga di sini tertulis kalau itu masakan nomor satu sesuai CNN. Dan kita mau coba rasanya. Sayang makan karena selalu cantik katanya. Terima kasih. Dan kita di sini bisa lihat desainnya sangat Indonesia banget ya. Kalau kita lihat dari mukanya, dari kelihatannya udah bagus. Dan kita mau coba ya. Mantap, pedas, super. Menikmati rendang di Cafe Umami di St. Petersburg. Luar biasa rasanya, pedasnya juga sangat Indonesia. Karena chef itu waktu mulai belajar masak rendang dia ajarin oleh orang Indonesia. Dan karena itu rasanya enak banget. Kita dan sudah nonton video kita tentang makanan super istimewa yaitu rendang. Saksikan video selanjutnya di Orvalo Channel dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.